Вот у нас как тут делают. Какая высота. Сваи забили. Это на втором мостике. И тракторист только въехал. И дальше уже ничего не мог сделать. Кончилось горючее. А там он приехали вот это. Один шофер, а другой за ним следит. Я говорю, для чего, чтобы не своровали? А больше ничего нет, свидетель, женщины. Знаете, вы ему показываете? А что показывать? Он пустой едет. Убирай. Давай, выходи. С этой стороны сваи забили. Сколько здесь свай? Посчитай, сколько свай там. Тут 4 метра, наверное, будет. А до воды. Вот это определенно. Сколько? 49. Ну, 50. Потому что там он лежат еще 2. И здесь 50. Вот только на этом участке 100 свай заготовили, заострили, просмолили отработкой. И теперь засаманили. Показать. Вот оно внизу. Вот оно как идет. Вот он пошел на заправку. Канистру принесли. Одну заправился. А это вот Новозоринский бакоколок когда-то был. Новая Заря назывался. И колхоз Новая Заря, и бригада Новая Заря. И тут отец мой дежурил. И однажды напали волки. А две собачки были, Жучка и Марс. Марс огромный. Не знаю, какой породы. Кавказец, может быть. Красно-белый пегий. Но не Жучку-то там, два волка были. Рванули, с нее шкуру содрали сразу. А он с ней как-то дружен был. Он кинулся, с двумя волками бился. Поранили они немного-то, но бежали. Это Никита трясет солому, сено везет. Володя попить пришел. Вот такое озеро. Амбур-де-Зерис подъехал к заправщику.